Этот фильм был снят в 1927 году. Его создали мастера молодого советского кино во главе с Сергеем Эйзенштейном к десятилетней годовщине страны Советов. События 17-го года были восстановлены с наивозможной точностью. Перед объективом кинокамеры действовали многие участники революции. Рабочие, красногвардейцы, солдаты, матросы, в их числе Николай Ильич Подвойский, один из руководителей вооруженного восстания. Ленинград, его улицы, здания, залы Зимнего, коридоры Смольного, трамваи, автомобили, вооружение, одежда людей в год съемки фильма были такими же, как в исторический год боев за советскую власть. Таким образом, фильм «Октябрь» приходит к нам из дали прошлого, в наш юбилейный 50-й год, правдивым и точным свидетелем пламенного начала нашего государства. Вместе с тем, он сохраняет нетленно свое значение как прекрасное произведение советского искусства, замечательное творение одного из величайших кинорежиссеров мира. «Октябрь» снимался во времена немого кино. Над превращением его в звуковой фильм работал соратник Эйзенштейна, режиссер Григорий Александров. Фильм сопровождается музыкой Дмитрия Шостаковича. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.